Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 Special. Это у нас, ребята, история про сенсея. Ну и чем отличается эта версия игры от оригиналов? Тем, что, ребят, здесь нет у нас подземелий. Но зато здесь сразу тебе дается бесконечная энергия, и здесь ты можешь зарабатывать гемы, просто проходя испытания. Ну что же, мы с вами победили в плане... Подожди, рысь принимает мой... вызов? А я разве ее не побил в тот раз? И, как ты видишь, здесь нет у нас теневого режима. Здесь только лишь утречка. Блин, я не знаю, с рысью стоит ли мне драться идти пока. Может быть, все-таки мы с тобой немножко подеремся. Случайное выбранное снаряжение. На турнире выполнено все. Дуэль. Давай-ка попробуем в дуэли с тобой подраться. Так, и мы против ниндзи. Окей. Давай посмотрим, насколько хорош этот ниндзя. А вы, ребят, пишите, как вам, нравится или не нравится, что мы будем с вами снимать сразу две версии Shadow Fight. Так, подожди, что такое? Блин, а у меня кнопки, ребята, здесь надо переставлять. Надо ставить кнопки. Так, ребятушки, проверочка. Ну, вроде бы все отлично. Блин, просто кнопки были не установлены, и поэтому, ребят, пришлось мне на паузе все это делать. Но главное, что успел. Слушай, ну ниндзя так себе. Ватненький, да, если честно. Отгребает по полной программе пока у меня. Как этот шитик тут летает. Оп, как бы мне самому тут не озвездюлиться. Да ну, по-моему, я его сейчас ушатаю, друзья. На тебе. Все, я его зажал в углу. Пошел прочь. Перфект, то есть он даже удара мне не нанес. Вот это мне нравится. Так, раунд 2, я готов. Хоп-хоп-хоп-хоп. Рукопашник, ниндзя-рукопашник. Угу, хотел там что-то сделать. Так, давай-ка мы его... Опа, нифига он мне удар сделал все-таки. Ах ты жук. Маринованный, а? Да, конечно. Так, стоим, ждем. На тебе. Слушай, по-моему, с ним надо уже завязывать. Блин, я по привычке нажимаю на кнопку сюриков. А их у меня здесь нету пока. Но... Что-то мне не нравится, что-то он раздухарился. Так, по-моему, надо нам тоже с тобой. Кстати, здесь почему-то срабатывает кнопка приседа лучше, чем в той части. Но добивать-то будем его. Е! Готов, парень. Дуплили, я вот все думаю. Видишь, ребят, мы с вами зарабатываем здесь гемы. Но нету подземелий. То есть, я не знаю, если мы пройдем историю, будут ли здесь какие-то дальше дополнения или нет. Так, ну что, 60 гемов у нас. Давай-ка мы посмотрим, что у нас вообще здесь можно купить. А раз такая плясочка пошла. Ага, не хватает финансов. А у меня 12 уровень. Опачки. Вот это да, вот это алебардочка. Вот это я понимаю. Так, мне бы ее получить. А для этого нужно сколько? 185 брюликов, да? 185. Ну, в принципе, это реально накопить. Реально накопить. Если, блин, рысь принимает мой вызов. Странно. Так, здесь у нас дуэль невозможна. Так, отшельник тоже принимает мой вызов. Вы что, все что ли сговорились тут? Максимум 30. Слушай, ну я, получается, рысь не победил еще, ведь так? Давай попробуем накумарить ее. Может быть, отнимем когти. Хотя, мне кажется, что вряд ли у меня получится. Рысь, она такая... Опа, а что это у меня? Я, оказывается, с мечами? Я уже забыл, что у меня такое оружие. Тихо! Опа! Бомба! Ай! Точно, я же вспомнил эту рысь противную. Да блин, я даже не могу... Ничего сделать-то путевого. Подрезали. Ребят, главное не попасть... Блин, сейчас крышка мне взорвется. Ну, да блин, не получается, а. Да что ж ты будешь делать? Может, сюрики бросить? Ага, я все-таки я прорезал, да? Будем держаться вдалеке. Поехали. Сейчас удар мне сделает, и я, ребята, озвездюлюсь. Слушай, ну пока вроде бы неплохо, идем. Ну!
Как так-то, а? Ну ты посмотри, сколько ему оставалось. Ай-яй-яй-яй-яй. Родной ты мой. Блин, может быть, мечи поменять? Может быть, что-нибудь другое нам взять? Ох, наклепал мне, наклепал, ребята. Да, рысь тут какая-то уж больно сложная. Я попасть-то буду? Нет, 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 нет. Погнали. Ну тут уже смысла нету. Тут, ребят, здоровья мало. Сейчас опять свою бомбу тут повесит, да? Ушатал просто-напросто. Нифигашечки у меня почему-то не получается. Хотя я уже и... драться-то здесь ни с кем не могу. Получается, так. Ага. Да что ты вытворяешь-то, а? Бросок еще делает. А у меня что, на сюриках не стоит кнопка? Ну да, на сюриках у меня кнопочки нету. Я только ведь под удары поднастроил ее. Крутится тут, ты посмотри, а? Ну. Со своими перекатами уже. А, все, взорву сейчас, ребят. Нет, что-то не то. Блин, я практически там все прошел. И у меня не получается вальнуть. Дай-ка я загляну, пожалуй-ка, в шмотки. Просто хочется посмотреть, что вообще на мне одето. Доспех 12 уровня. Зачаровать я что, не могу? Свойства отсутствуют. Шлем. Улучшение. За 19 гемов. Так, ладно, здесь у нас... Слушай, а что, проблема с деньгами, что ли, я не могу понять? Такого не должно было быть у нас. Эти мечи, да, 51 брюль, чтобы улучшить. Хм. Погоди-ка секунду, не может быть такого, чтобы я не мог нигде заработать деньги. А здесь мало что-то дают. Дуэль закрыта. Так, здесь на испытании. Оно выполнено. Так, мясник, старые раны пройти. Очень интересно мне знать. А где мне зарабатывать деньги? Вот здесь, что ли? Так тут мало. Мало дают денег. Отшельник даже готов уже как бы принять. Слушай, давай попробуем здесь, наверное, с тобой на выживание сыграть. Я не знаю, получится ли у нас с тобой здесь заработать финансов. Но мне нужны деньги для того, чтобы прокачать. Так, ниндзя. С саями. Да успокойся ты. Окей, выбил саи. Ну иди сюда. Не надо, блин. На, на. Так, получила. Ух, смачно. Тень выиграла у ниндзи. И мы с тобой двигаемся дальше. Раунд 2. Так, это с нунчаками здесь. Ладно, погнали. Хотел уже свой сюрик в меня бросить, да? И он все-таки бросил. Да дай встать-то. Кусок ты нештопанного. Смотри, что это творит, а? Любитель побросать сюрики, я смотрю, да? Фига я его в воздухе там подрезал. Да ну. На. Подрезал все-таки я его. Да, отлично, ребят. Так, это был второй раунд, да, у нас? Переходим на третий. Так, с мечами. Окей. Неплохо. Пол хп сразу, с броска еще четверть отнял. И добиваем. Че ты этот ниндзя вообще на изи? Перфект, написали. Да, этот ниндзя сдулся быстро очень. Так, с крисами ниндзя. Поехали. Эть, что? Какого лешего ты творишь, а, хмырь? На тебе. Погнали, погнали, погнали. Ребят, не расслабляемся, да, вот так вот его хорошенько наказали. Так, раунд 5. С посохом, чудило. Попробуем сейчас так через обраточку бомбить. Что-то через обраточку не получается. Оп, оп, тихо. Да хорош. Полежи маленько, подумай. Так, пробивной получился, отлично. Добиваем. А как?
Ты видел, да? Прям вот по животу ему полоснул и не сработало. Не сработало. Раунд шестой. Опять с клинками. По-тихому будем. Так, подрезал, отлично. Поехали дальше. Ух! Сейчас было смачно, а так. На! Прям в воздухе подрезал. Перфекту. Ребят, я восстановил себе все здоровье. Так, раунд седьмой. С когтями, блин, это плохо, ребят. Это мощный чувак. Как всегда, первый, да, начинает бомбить. Так, тихо. Ну, Да чтоб тебя, Юлит. Да пошел ты. О, начинается, начинается, ребят. Вот именно об этом я и говорил. Твою ж налево, а. Какой ты противный, а. Не могу, прям бесит. Ну. Ну, пробьем. Все-таки подловил его. Раунд восьмой. Ниндзя-рукопашник. Тоже, кстати, серьезный противник, ребят. Это просто... Блин, а, ты смотри. Че, подловил меня, а, гаденыш. Ну. Так, хорошо. Прописали нормуль. Слушай, может быть, нам получится его все-таки зашоркать. Тоже хотел же звездочку бросить, да? Я видел, видел. Я видел прекрасно. Так, добиваем. Получится ли у нас добить? Вот в чем вопрос. Да, это получилось. Ребят, тут 10 раундов, по-моему, если не ошибаюсь. Мы с вами уже на 9-м. Блин, эта чувиха будет мощная. Лежи, да? Попробуем. Ага. Хотела. Хотела сюрики бросить свои. Так, тихо-тихо-тихо, она бросит. Попробуем бросочек. И... Ну! Да что ж ты... Ну... Нет, она же сейчас бросит. Ничего она не бросила. Хотя хотела. Хотела, ребята. Ну что, до последнего бойца мы с тобой дошли. На 10-м раунде. Одинаковые практически, да, у нас клинки с этим чуваком. Я понял. Ага, начинается. Ну, естественно, подсечку, гад, а, ловит. Поехали. Блин, я даже не раскрылся, ё-моё, он меня подбил. Ладно, ребята, 2780 монет мы с тобой заработали. Ну и плюс немножко гемов, да? 87 у нас с тобой. 87. Отшельник принимает мой вызов. Мне нужно как-то завалить рысь. Больше я здесь ничего не смогу сделать. Нигде поучаствовать. Отшельника я тоже не смогу сейчас победить. Ты понимаешь почему? Потому что если я рысь не могу вырубить, то какой мне, блин, может быть еще отшельник здесь? Так. Таинственная синяя печать. Одна из шести частей ключа от темных врат. А, да, только врат здесь почему-то я не вижу никаких. Ну что, у нас, блин, до сих пор не хватает. 185 гемов. Примерить. О, ты видишь, какая штука. Блин, а шлем у нас что, это получается последний, что ли? Могу улучшить его, конечно. Плюс 12 получу, да? 250, офигеть. Так, отсутствует. В плане отсутствует. Подожди-ка, а я ведь... Не понял, тут галочка стоит. Такое впечатление, что они у меня куплены. Вот, видишь, галочка стоит. Отсутствует. У меня в данный момент вот эти вот мечи одеты. Свойства отсутствуют. А, это свойства отсутствуют. Подожди, а как же мне их приобрести? Надеть. Ага, вот. Вот так вот, да? Ну-ка, а если я теперь попробую сходить на
Так, рысь принимает ваш вызов. Блин, пока я не завалю эту рысь, наверное, ничего не будет нового у нас. Попробуем с тобой подраться с этими нунчаками. Но я почему-то не уверен, ребят, что у нас... что... Блин, опять я сюрик не поставил. Нунчаки так себе оружие. Слушай, ну... Тихо. Опа, опа, бомбочка, да? Воу! Вот бесит меня вот эта бомба его, когда он ее навешивает. Вот серьезно тебе говорю. Что за фигня, блин? Костюм можешь новый купить, броню я имею в виду. Ну что это за урон детский, ё-моё. Че ты подошел ты сюда ко мне вплотную? Да конечно, ага. Так, предположим. Поехали. Окей. Нахлестал я ему. Поехали дальше. Отходим. Отходим, ребята. Я не хочу, чтобы он мне тут звезданул. Ах ты! Зря я раскрылся. Нифига там урона он делает. Еще и в воздухе рубанул. Да, я сам виноват. Раскрылся, когда он прыгнул на меня. Нет, надо затачивать. Затачивать шмотки, ребята, иначе я не смогу его подбить. Ну что это? Ну что это за урон, а? Ни броска, ни шиша. Ну. Ладушки. Хорош ты, отвали от меня вообще, а. Будет сейчас прыжок делать, да, наверное, свой? Будет? Так, предположим. Так, отходим. Ать! Тихо, 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 опасно. Опасные моменты. Блин! Тихо, 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 ребят, тихо. Да ну! Блин, а чё? Бомбочка в любом случае срабатывает, даже если я в блоке стою. Ты не опупел ли, а, рысь? Так, ребят, пошел, короче, на обточку я. Это как-то дерьмо какое-то, на самом деле. Я в блоке стою, он мне все равно вешает свою бомбу эту. Так, давай сюда. Блин, мне аж прям, я не могу, мне кипит просто все. Мне говно закипело уже. Отсутствует. Че, я не могу ничего сделать здесь, получается, да? Зашибись. Я не могу ничего на остальных нунчаках вообще ничего не могу сделать. Не прокачать, не улучшить. Если эти еще можно как-то сделать, то здесь нифига. Хорошо, давай посмотрим, что у нас со шлемом. Шлем могу, давай сделаем. Улучшить, да, улучшить, конечно же, улучшаем. Также нам нужно с тобой и на броне. А, тут уже все, тут по фулке, как ты видишь. Так, шлем тоже по фулке получается. Здесь. Ну давай улучшим, так уж и быть. Ну, друзья мои, ничего больше не остается. Как бы прокачано все, абсолютно все оружие у нас. Именно до 12 уровня. То есть нам в любом случае с тобой нужно пройти этого рысь, чтобы перейти на 13 уровень. Другого варианта здесь нету. Твою ж налево, блин, как он меня достал, а? Рысь. В классике, ребята, он намного легче проходится, чем здесь. Блин, опять сюрики не поставил. Ладно, фиг с ним, с этими сюриками. Так, будем его ловить. Угу, поймал. Подловил, да, все-таки? Подловил его. Это крит называется, ага. Это называется крит, ребят. Вот он, да, вот он бомбит, блин. А у меня, блин, не крит, а фиг поймешь, что вообще. Да иди ты. Да, блин. Ну ты запарил уже, а. На. Зашибись. Ага, уже хотел когтями своими, да? Хотел ребятам своими когтями там что-то сделать. Ну? Поехали. Ох, чувствую, сейчас доиграюсь. Так, бросочек. Да какого хрена ты делаешь, блин?
Ему осталось там чуть-чуть совсем, блин. Не, ну ты смотри, что он творит, а. Ну началось, блядь. Ну. Понятно, короче. Короче, началось, блядь. Так, ладно. Твою ж налево. Что у него там за пердальник высветился, а? Объясни мне, пожалуйста. Может, хватит уже, а? Тут своей херней страдать, блин. Говноед, блин. Ну, понятно, бомбочка, да? Какая там бомбочка? Просто уничтожил, да и все. Как он меня бесит. Что за хрен, а? С горы, блин. Может, все-таки взять, блин, мечи. Так, а смысл от этих мечей, ребят? Если нунчаки в любом случае круче. Ну согласись. Блин, опять бомбу повесил, а. Как его тут, блин, валить? Вот объясни, ну как? Ну это нереально, я не знаю, ребят. Хоть ты что делай, я умываю руки. Я умываю руки, я не знаю. Рысь принимает твой вызов, блин. Денег, ну деньги, ладно, фиг с ним. Деньги, денег нету. Есть гемы. Есть гемы. Прокачать нунчаки я больше не могу. На них какие-то там статы повесить тоже не могу. Уменьшить получаемый урон. Если бы этот урон бы еще виден был бы, это мне тоже, в принципе, ничего не... Ну ладно, фиг с ним, давай улучшим. Все, больше я не могу что улучшить. Так, дальше, значит, что мы с тобой сделаем? Где у нас отшельник? Вот он, смотрим здесь. Можем только пойти... Что, давай к отшельнику зайдем. Эй, к отшельнику зайдем. Как зайдем, так и получим, по-моему, сейчас по мозгам и выйдем отсюда. Ой, друзья, друзья мои. Рысь не завалил, да? Сюда щеманулся. Ой, смертник, ё-моё, а что сделаешь? Поехали. Не забывай, что отшельник применяет магию, ребят. Так что особо с ним тут шутить не стоит. Но не даем ему расслабляться, ребята, иначе будет трындец. Кто не верит, тот молодец. Но давай этого отшельника. Ага. Не даем, ребята, ему использовать. Да бросок свой паршивый делает. Сейчас будет заклинание, да? Нет, пока ничего не делает. Ушатал. 1-0 пока в мою пользу. Блин, тут рядом с ним главное находиться и все. Но он, правда, может своими этими мечами такой трындец устроить мне. Ага, уходит. Он уходит, надо держать его, ребята, рядышком. Если не хочешь проблем никаких, лучше держи. Ураган. Что там? Град ударов. Во-во-во-во, начинается, начинается, ребята. Да он меня сейчас тут заколбасит. Да упади ты, гаденыш, блин. Ну, ну, конечно же. Да куда ты делаешь удар-то? Не давай, не давай. Ну. Да давай ты его. Трындец, по-моему, сейчас, да, ребят. Я офигею, блин. Так, 1-1. Хмыря болотный. На, нафиг, валяйся, я тебе сказал. Вставай, я тебя жду. Да блин, ну. Прям вот из-под ног, ребята, встает и все. Да ты достал уже, блин. Чертовски говнюк ты. Ну куда сейчас опять? Ну естественно, ребят, ну естественно. Естественно, ёб-моё. Все. Ну и как ты тут прикажешь делать? Я даже встать, блядь, не могу, он начинает свои молнии херачить. Чмо вонючее, а? На, блин. Погнали. Чё, ты сейчас будешь свою молнию делать, да? Ну естественно, ребят. Ага, не успел.
Блин, не выпускаем его, ребят, не выпускаем. Да. Ха-ха-ха. Так, тихо. Да выпендривался, а? Ну что ты, блин? Так, делаем. Да какого лешего-то? Че, блин, специально, что ли? Знаешь, что я буду... Ого, я же забыл совсем, что он еще молнией этим... Слушай, он достал, а? Ну? Ага, захотел там... Так, отлично. Блин, я его... Ну нафиг, 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 нафиг. Да какие, блин? Бросочек. Фу. Так, друзья мои. Да ну, ты будешь делать... Да что он там творит, блин? Ты достал, а? Да ну! Трындец, друзья мои. Чему болотные? Блин, я по повтору пошел. Блин, у меня шея, блин, у меня... Руки, шея затекло. Эта серия явно не для детей, ребята. Нафиг. С такими матами руганью это... Минимум 16+, блин. Так, поехали. Блин, я опять сюрики забыл. Да ладно, тут сюрики, не до сюриков уже, блин. Да? Какие тут нафиг могут быть сюрики? Сраку получил. Ну! Отлично, хотя бы так. Нет. По зубалу ему, правильно. Вставай давай, я еще с тобой не закончил, блин. Говнюк ты эдкий. Подрезал, а? И попадает же. Фига ты. Серию ударов-то там сделал. Нет, 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 нет. Подрезал, да? Как два дурачка тут крутимся. Ага, ага. Фу, ну. Ну остался совсем чуть-чуть. Ну он сейчас психанет, ребят. Ну сейчас что-нибудь да чуданет, блин. Ну естественно, бросок, конечно же. Как же. Е, yeah. Победа за мной. Победушка за мной, друзья мои. Ох, как же он бесит, а. Так, поехали. Старый пень-отшельник. О, сейчас, кстати, очень хорошо было. Нормуль я его так прижучил, да? Ну, естественно, он выскакивает. Да ладно, сейчас молния, ну, понятное дело. Слушай, а может быть... Да иди ты! Да куда ты... Подловил, а? Да посмотри, что творит. Отлично, отлично. Пока идет неплохо все. Я его прижучил, ребята. Прижучил, ага. О-хо-хо-хо-хо. Со своей серии ударов, да? Молния. Но практически, практически, ребят, попал. Ну! Есть контактиш, пошел, пошел, друзья мои. Ну сейчас он будет лютовать, сейчас он будет психовать, бомбить. На нервах на моих играть, поехали. Так. Да хорош ты, ага. Ну. Конечно. Начинаешь тут выпендриваться мне. Отлично, ребята. Пока неплохо, бросочек. Вставай. Не-н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 е. Воу. Так. Куда, 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 куда? Да, блин. Да чтоб тебя. Пройдох ты несчастный. Ну.
Но, друзья мои, я не имею права проиграть, блин, этому старому овцу. Блин, он мне бросок сделал. Ну! Ну! Есть! Аллилуйя, все-таки есть справедливость на белом свете, без шансов, блин. Научить ученого, блин. Невозможно и возможно, это точно. Фух, подгорело одно место. По чернаку, если честно. Простите, ребят, за ругань, конечно, я на самом деле не хотел. Для своих лет ты прекрасно владеешь техникой боя. Хорошо, я открою тебе свой секрет. Но ты должен выполнить одно мое поручение. Мясник, главарь банды из соседнего города, угрожает мне. Он хочет узнать мою тайну. Избавься от него, сослужи старику службу. А теперь иди и сей разрушение на своем пути. Зеленая печать. Таинственная зеленая печать, полученная от отшельника в жестоком бою. Одна из шести частей ключа от темных врат. Взять печать, конечно же. Ты достойно показал себя, тень. Секрет магии попал в верные руки. Но не позволяй ей взять над тобой верх. Сохрани доброту в своем сердце. Отлично. Не могу дождаться момента, когда увижу магию в действии. Давай найдем пару мишеней, чтобы оценить твою новую силу. Хм. Друзья мои. Акт 3. Кровавый след. История сенсея, не забываем. Эй, ребята, как дела? Меня Птичкой зовут. Рада с вами познакомиться. Добро пожаловать в наш городок. Странно, что столь юная особа расхаживает одна посреди ночи и пристает к незнакомцам. Я чую недоброе. Не беспокойся, сенсей. Что тут такого? Она просто хочет с нами подружиться. В магазине доступен новый раздел «Магия». Да неужели? Неплохо, ты получил новый уровень. 13-й. Ху-ху. Ну, наконец-то, друзья мои. Наконец-то. Так, изучить. 20% шанс увеличить урон на 15% в течение 8 секунд. После получения удара в голову. Запретить противнику использовать магию в метательное оружие в течение 8 секунд после нанесения удара в голову. Слушай, наверное, мы с тобой вот это вот. Ярость боли изучим. Окей. Так, а здесь получаем награду за достижение. Так, и у нас уже с тобой две печати. А у нас с тобой две печати. Так, а что здесь? Необходимо скачать данные. Ага, скачаем обязательно. Теперь можно купить больше монет за ту же цену. Нет, спасибо большое, не хочу ничего покупать. Так, телохранитель, невозможно, офигеть. Так, а что у нас тут? О, ёпарсеты, нифига себе. Так, стилеты. На 13 уровне. Кстати, я могу их приобрести. И мне кажется, их нужно будет приобрести. Так, а что у нас по броньке? Ох, ядрёна вож, бронька. Смотри, какая кираса Имхотепа. Стальной шлем. Ну, нам нужно с тобой на 13 уровень, поэтому... Ох, ё-моё. Отравление. Шанс вызвать у противника... Убывание 3% здоровья в течение 5 секунд. Блин, сколько здесь всяких няшек, вкусняшек. Ладно, я приберу тут стилеты. Для начала. Но это необходимость просто, друзья мои. За 42 стоит ли нам брать? Восстановление магии при ударе. Ох, даже как. Слушай, 42 гема. 42 гема. А, у нас еще магия, ребят. Ух ты. Огненный шар, это что такое? А что это такое? Это подвеска или что это такое-то вообще? Закрыто. На 14 уровне будет доступно. Это подвески. Ослабление. Шанс при атаке ослабить удар противника в ближнем бою на 75% на 5 секунд. Ничего себе, на 75%. Офигеть. 20 тысяч монет за 34 рубля? Вы серьезно? А что так дешево-то? Что-то какой-то подвох. 20 тысяч монет за 34 рубля. Фига. Ну за 34 рубля это грех не купить 20 тысяч монет, ребят. Так, ладно, пока мы сейчас... Блин, хочется купить за 34 рубля. Я, наверное, куплю, друзья. Ну, это... ну ты сам подумай, за 34 рубля 20 тысяч монет. Ладно, не буду ничего пока покупать или купить. Я не знаю.
Так, прокачаем стилеты свои. Еще прокачаем. Так. Значит, что у нас там? Ага, шлем. Шлем мы с тобой тоже, наверное, купим. И улучшим его сразу же. Вот так вот. По броне. Ну, придется купить. Вот так вот. Все, друзья мои. Ну и погнали. Куда? Куда погнали? Естественно, ну, на выживание не знаю. А вот турнир, пожалуй-ка, навестим. Блин, мне еще надо тигра завалить. Гадалка. Поехали, ребята, гадалка. Она с лунчаками, я со стилетами. Ух, файт. Да ну, а что такой урон-то ничтожный? Уровень сложности легко, а такой урон ничтожный. Ну иди, ать, ага. Все? Отлично. Так, ну что, добиваем, наверное, ее? Давай. Блин, хитрозадая. Кольнем. Блин, промахнулся. Опа, нет, ты зря решилась бросить у меня свой сюрик, роднулечка. Зря! Так, ну что, погнали? Погнали, друзья мои. Ну куда ты? Хоп, хоба! Поехали. Нормуль, нормуль. Зря ты, девчуля, выделываешься, зря. Гадалочка-то моя. Как говорится, и гадалки не ходи. Все, перфект, даже удара не нанесла мне. Так, приз 3600. Ну, неплохо, так, почти 4000 монет я заработал за этот поединок. Тебе бросили вызов, вернись в предыдущую провинцию и сразись с ее главой за уникальное оружие. Опа, кто это? Отшельник принимает мой вызов? Ох, нифига. Слушай, ну давай. Давай подеремся с отшельником. Слушай, подожди, а там же магия должна была доступна нам стать. А почему я ее не вижу? Так, отшельник, а если мы с тобой победим, будет круто. А если нет, то будет печалька. Посмотрим, на что способны. Опа, сразу бросочек, да? Это несмотря на то, что я, друзья мои, прокачан. Да? Ну хорош, дедуля. Давай, ать. Понятно. Да, с дедушкой, блин, тяжело драться. Отшельник, блин. Ну давай. Так, хорошо. Тихо, 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 дедуль, не надо. Не надо, пожалуйста, выпендриваться. Ах ты, гаденыш ты. Смотри, смотри, тоже не хуже моего бьет. Валяться. Еще раз валяться. Единственное, я не могу понять, ребята, где заклинания, которые мне должны были доступны стать после того, как я победил отшельника. Так, совсем маленько осталось. Да ладно, промахнулся. Есть. Ну что, 1-1 пока. Блин, я хочу получить эти мечи его, если честно. Но почему-то я не уверен, что мне получится приобрести их. Ага. Попался. Который кусался. На. Так, он мне бросок, да, сделал? Как больно было. Да иди ты, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, блин. Как же так-то, а? Как же так? Да ёп просто, завязывай давай, дед. Пердед. Чё-то он тут раздухарился. Ага. Хотел тут уже... Да нет, это, блин, нереально. Блин, ну неужели я этого деда не пойму? А я больше не смогу с ним подраться, да? Нет, смогу. Слушай, я его должен вырубить. Вот хочешь,
хочешь верь, хочешь не верь, я его вырублю. Возможно, придется, ребята, вырезать из видосика часа два контента неудачных попыток, но я его вырублю. И эти мечи будут моими. Поехали. Твою ж налево. Это даже не мечи, это типа сабли или что-то в этом роде. Дед, успокойся. Ну, блин, оба. Нет, парень, ты промахнулся. Так, попал? Ага, попал, конечно. Да как же так-то? Ну, давай его в жопу. Ну, ушатал гаденыш меня. Так, друзья мои, давайте-ка, наверное, мы с вами все-таки заработаем маленечко денег, потому что я припарился его бомбить. Ну что, турнир, уровень сложности нормуль. Так, подожди-ка, мне надо взять обратно в руки мои стилеты, потому что я поставил нунчаки, думал, хоть какой-то будет эффект от этого. Нифига, ребята, как рвал меня наш старый дедушка-отшельник, так и рвет. Поэтому я решил немножечко заработать финансов. Ну, немножко укрепиться, соответственно, и попробовать потом ему отомстить. Но, в любом случае, его сабли я отниму у него. Ну, а в данный момент у нас задира. Со своими стилетами, да? Фух, поехали. Да я три твои на корень-то. Так, тихо, попробуем. Опа! Тихо, хорош, задир, успокойся, пожалуйста. Не надо буянить здесь, родной мой. Так, хорошо, хорошо прессуем. А если я так? Ой. Ну все равно он почему-то промахнулся, ребят, не знаю почему. Да иди ты в пень. Укольчик! И он отдуплился. Раунд 2. Раунд 2 у нас с вами. Поехали. Да ладно. Опа. Тихо, не надо. Так, попробуем сделать так. Что-то он хотел сделать, я так и не понял, что. То ли бросить меня, то ли еще что-нибудь в этом роде. Опа, сюрик свой бросает, да? На, зря ты, конечно, так, парень, делаешь. Поехали. Все, готов, задира. Мы с тобой получаем почти 4000 голды. И дальше идем. Это у нас турнирчик, да, получается. Здесь тоже я вижу 3 из 24 довольно легко. Поэтому, опять утесик здесь. На груди утеса великана будем сейчас мы раздавать люлей. Ну давай, хорош. Так, он у нас с крисами, да, а мы со стилетами. Опа, хорошо его подловил. Ага, блин, жучара, ты достал уже. Смотри, а. Не любишь подсечки, да, я смотрю. Так, полежи чуть-чуть. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а если я? Ну, что ты там прыгаешь-то, кузнечик? Успокойся ты. Не хочет по-нормальному, ребят. Опа, он еще и бросок мне сделал. Давай. На тебе. Пошинковали. Куда-то птички полетели, видимо, на юг. Он наверху. Ой, подожди. У нас еще бой, а я тут расслабился. Ну. Отдохни. Так, давай-ка. Не понял, почему. А, я не на ту кнопку нажал, думаю. Там, понимаешь, в той части у меня по-другому немножко кнопки стоят. Здесь тоже по-другому. Поэтому я путаю. Тихо. Опа! Подрезали. Крылышки, а если я? Да, конечно, сюрики вообще не алё, ребята. Такой дамаг ничтожный. Но, тем не менее, утёса мы с тобой забомбили. Так, получаем еще 4000, да? Почти голды. Или монеток, ну, называй их как хочешь. Я вспомнил еще кое-что. Вернемся к моей истории. Так, сенсей прозрел. Значит, можно идти на старые раны. Поехали. Слушай, мы с тобой заработаем 27 гемов.
ну что, давайте будем слушать историю. Отшельник поведал, что князя предал военачальник Сёгун и заплатил некому мяснику за похищение правителя. А время навестить бандита. Угу. История сенсея, часть третья. Зверь внутри. Блудный сын вернулся. Ты обдумал мое предложение, князь? Я отпускаю тебя, говорю, где магическая сфера, а ты платишь мне золотом. Как ты смеешь очернять мое имя? Ты жалкий отброс. Я вернулся, чтобы положить конец твоему царству жестокости. Значит, вот так работает удача. Купили себе свободу, бросили людей на растерзание банде безумцев, а я был добр к вам, князь. Его молчание громче слов, старик. Я честен с тобой. Принял свою животную натуру, а он нет. Но мы научим вас смирению. Дети, ко мне! Кара. Мясник показал мне, как боль открывает нашу истинную сущность. Теперь я свободна. Вы тоже обретете счастье. Не сопротивляйтесь. Оу, Кара! Ну что же, сенсей, я забыл, что у тебя там. По-моему, у тебя ничего, чисто рукопашник ты вроде бы. Ну, Кара так смотрится, ничего, мне нравится. Раунд один. Ё-моё, нет, мы с мечом, с ручником, а она с серпами. Ну? Так, тихо, подожди. Да ты достала уже! Отлично, попали. А, вот ты как. Блин, я не успеваю, ребята. На. Кто кого, что ли, я не могу понять. Ага, давай еще разок. Ну что, она там будет долго свои сюрики метать? Хопа. Готово. Пускай полежит и подумает над своим поведением. А это дочка мясника, я так понимаю, да, Кара? На, черт подери. Немножко не получилось. Да выпады, все хорошо, во. Ай-яй-яй, блин. Начинается, да? Да она меня так сейчас за... Да что ж за удары-то такие, а? Подрезала мне еще. Попробуем так сделать. А? Почти, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Блин, серпы эти бесевые, а. Блин, как я ненавижу этого сенсея с его мечом, с дебильным с этим. Серьезно, я говорю, меч просто дебильный. Походу дела нам придется переигрывать. Но пинком каким-то меня там, а. Ну, давай, давай. Удар еще сделай. Е. Выиграли мы с тобой Кару эту. Нищебродку. Крепкий орешек. Я получил достижение. И выиграли с тобой 27 гемов. Плюс немножко голды, да? Тыщеночку. Смотрим, кто там следующим будет. Какой следующий будет ребенок. Ну что, в бой? Бритва. Добыча сама идет к хищнику. Философия это для умников. Я же просто люблю играть с ножами. Поиграйте со мной. О да, я с тобой поиграю. Говнатый кусок. Ты что думаешь, тебе все позволено? Любит он играть с ножами. Смотри, сколько у него ножей на этом, на поясе. Любитель, наверное, пометать. А что у него в руках будет? Угу, понял. Бритва, значит, да? Тихо, 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 подожди. Упс. Ё-моё, смотри, что творит, а? На! Отлично пошло, ребята, пошло хорошо. Ну, блин, не то, не то. Ай-яй-яй. Да что ж такое-то, проникающим. Во, бросочек. Так, добить бы его. Я. Так, бритвочка, ты отдохни. Не выделывайся, сенсей все-таки выходит на поле боя. Так, погнали, попробуем так же сделать. Упс. Да ё-моё. На тебе. Прям похари получил. На. Ай. Но
отлично. Тихо, блин. Айси я. Айси еще. Блин. На тебе, прям в прыжке. И еще получи говна кусок. Так, поехали. Сейчас было плоховато сделано. Проникающий. Так, отлично, рубанули. Ну, бритва отдыхает, друзья мои. Фух. Сенсей, как всегда, на высоте, друзья. Ну что, у нас с вами последнее, третье испытание. 31 гем. Никто не смеет ставить мой авторитет под сомнение. Семья не прощает этого. Ты же не уйдешь отсюда живым. А этот мясник еще молодой, ё-моё, да? Ну ладно, давай. Не знаю, ребят, что у нас из этого получится, но драться придется с мясником. С такими тесачками стоит чувак. Раунд первый. Воу-воу-воу-воу-воу. Упс. Да. Начало само за себя. Тихо, что он там? Я его даже пробить не могу, что там? А что это у него там сработало? Чё он там творит? Я вообще не могу ничего ему сделать, прикинь? Ну? Да. Чё-то жестко как-то, я тебе скажу, если честно. Может быть, мне... Не могу пробить и все. Он, главное, все может делать, а я... Ничегошеньки, да? И он почему-то меня может бросить, а я не смог. Блин, он еще какую-то фигню свою метает. Это типа вместо сюрикенов что-то, да? Слушай, ну если он попадает под удар, то, конечно, он получает урон. И что-то у него там активируется, я не могу понять, что. Что за глаз? Глаз Саурона, что ли, блин? Ага. Ее, бросочек наконец-то сработал. Поехали. Ну? Да, блин. Ну, естественно, естественно. Как только остается мне его добить, у него активируется супер охрененная сила, и он меня убивает, блин. Кажется, финал той схватки был иным. Попробую вспомнить. Конечно, блин, был иным. Вспоминать нечего. Так, ладно, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, с вами завершим эту серию. Хотя мне нужно победить вот этого чепушилу и отнять у него... Нет, пока еще завершать не будем. Давай-ка мы, наверное, сыграем здесь. Сейчас я посмотрю, могу ли я что-нибудь себе улучшить. Как только заберем с вами... А, 13 уровень, да, нам нужно? Ну, тут, в принципе, недолго осталось. Блин, костюмчик классный, да? Сколько он стоит? 36 гемов. Обязательно возьмем, наверное, его. Так. Ну что, придется драться. Придется нам с вами драться. И... Стадия 4. Уровень сложности нормал. И против нас карманник. Ну ладно, карманник-то карманник. Я надеюсь, у нас получится. Он тоже, кстати, со стилетами выступает. Так что давай посмотрим, кто из нас круче. Не-не-не-не-не, парень. А? Опа, как ему не нравится, ребята. На тебе. Хо-хо-хо-хо. Радость ты моя. Да я смотрю, тебе везет как утопленнику. Перфект, ни удара не сделал мне. Так, нам нужно с тобой получить 14 уровень, чтобы приобрести шмотки некоторые. Некоторые хорошие шмотки, я бы так сказал. А потом надо еще тигриного когтя. Точнее, рысь, почему? Тигриный коготь, тут уже черепашки-ниндзя-легенды у меня в голове. Ё-моё. Ребят, вот это я, да, вот это я наигрался. От души называется. Ладно, комбо 3, дед хит. Смертельный хит. Ну что, мы с тобой вырубили этого, да, чепушилу. И давай посмотрим, что у нас дальше здесь. Неплохо, ты получил новый уровень, 14-й. Твои умения возросли. Давай-ка мы посмотрим в профиле, что у нас доступно. Сальто с ударами ногами. Так, наискосок и два удара.
ноги. Изучить. Окей. Так, а что у нас тут? Вау. Забрали с тобой гемчики. Так, можно мне зайти в магазин? Да, 14 уровень мы с тобой получили. И теперь я могу. Наконец-то ты можешь купить эту могущественную магию. Давай подожжем что-нибудь скорее. Хм, давай. Купить. Ничего себе. Так, друзья мои, блин, а что нам лучше взять-то? Ух, нифига, шлем шипастый. Ха, прикольно смотрится, да? Так, ну мне нужно оружие, наверное, скорее всего, в первую очередь. Блин, посох. Посох, посох. Ладно, я куплю посох, ребята, за гемы. А за бабки купим с вами броню. Так, шлем сколько стоит? Оу, 32 гема, блин. 32 гема примерить, фига. Так, ну что, легко, да, уровень сложности легко. Мясник. А, мясник тоже легко, подожди-ка. А, это телохранители. Слушай, пойдем-ка на телохранителя. Птичка, хочешь осмотреть достопримечательности? Я тебе такое покажу. У тебя дух захватит и никогда уже не отпустит. Да ладно, птичка, ты серьезно, что ли? Так, охрана мясника. Птичка. Ну давай, птичка, посмотрим, выросли ли у тебя яички. О чем я, блин? Трындец. Так, ну что, посох непрокачанный. Посмотрим, насколько он хорош. Понял. Начинается, короче, веселуха. Нет. Ай-яй-яй, размашистый очень удар, ребята. Тяжело подлавливать. Но бомбит не кисло. Тут не могу ничего сказать. Ох, размашистый какой. На! Да епарасоте. Тихо. Ай, не успел. А если я? На тебе. Ну, мало-мало урона наносим. Ах, ты подрезала. Лежать. Так, и подсечку. Блин, хотел подсечку, говорю. Да что ты... Я офигею, ребят. Ладно, короче. А, у меня еще и магия появилась. Блин, надо будет кнопку установить на магию. Друзья мои, вот она, видите? Она у меня неактивна. Окей, будем что-то с тобой думать по этому поводу. Так. Ну, вначале нам нужно с тобой птичку завалить. Смотри, что она творит. Оу! Да здравствуй, приплыли. Она, оказывается, любительница пошелиться огоньком. Да что ты творишь-то, а? Вот уворачивайся, посмотри, что. Да что такое-то, все из-под контроля вышло, блин. Короче, давай так делать. Я офигею. Так, ладно, подловили мы ее. Сейчас, по-моему, мне кронтарики придут. Ага. Да, ушатала. Ладно, 1-1, что-то я не могу понять. Что-то с этой магией сбился, блин, и все, и пошло как-то не так, как надо. Давай, наверное, с удара. Вот с этого. Ага. На тебе. Так. Ага. Неплохо. Полежи чуть-чуть. Так, теперь удар. Подсечка, конечно, подсечка тут нужна. Ну что, добиваем птичку эту. Незабываемые ощущения, да, она сказала, будут у меня. Ну я, честно говоря, не знаю кого. Но главное, что мы с тобой зарабатываем гемы. И это очень смачно. 10 тысяч монет я заработал. Воу. Пожалуйста, не надо, я просто связалась с плохой компанией. В этом нет моей вины, отпустите. Я больше не буду заманивать путников в ловушку. Хм, сразу же вздануло. Ну что, ребята, у нас следующий уровень невозможно идет. Но это уже будет, уже, думаю, в следующей серии, да, друзья мои? Так что будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!